Ча-ча-ча, ча-ча-ча, Кэт сегодня в настроении на суши. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, ля-ля-ля. Хе-хе-хе, всем-всем привет от Кэт из городка Вискас. Ча-ча-ча. Я сегодня вся спортивненькая, только что пришла с йоги. И вы знаете, мне так сегодня захотелось суши. Прямо аж думаю, если я сейчас не съем суши, я умру. Так что приглашаю вас на виртуальные поедания суши. Приглашаю вас к себе на огонек, вот такую вот красивую, цветочно-яркую атмосферу. И хочу вам показать, что я сегодня купила на свой ланчик. Но это же святое дело. Позанималась в спортивном зале. На йоге душа встретилась с телом. Я растратила энное количество калорий, а теперь нужно их возместить. Начну я сегодня с тофу. Вы пробовали тофу? Вы ели когда-нибудь тофу? Кто не пробовал, попробуйте, потому что объяснить, какого оно вкуса, тофу, это оно, он, она. Расскажите мне, подскажите мне. Я же уже, понимаете, русский почти забыла, а английский еще в совершенстве не выучила. Вот такая судьба у нас, мигрантов в Америке здесь. Но, тем не менее, тофу, в зависимости, как его приготовят, такой тофу и приобретает вкус. Это у нас с каким-то соусом под мясо, но это еда для вегетарианцев. Хочу сказать, что я не вегетарианец стопроцентный, но мое тело, мой желудок никогда не требует мяса. Я не люблю мясо. Если я ем мясо, я предпочитаю, скорее всего, индейку. Да, хотела сказать индюшку, меня там кто-то поправлял, индейку или курицу, вот что-то такое. Очень редко я ем красное мясо. Тем не менее, вот тофу приготовленное у нас с каким-то соусом, такой, знаете, запах очень вкусный, такой, как будто мясной, но это не мясо, красный перчик и различные специи. Смотрите, мои японские палочки, которые для начинающих, для студентов. Но я вечный студент, мне вот эта вот система так нравится. Не люблю заморачиваться, я люблю, когда я кушаю, чтобы я наслаждалась едой, а не страдала с этими палочками. Но тем не менее, тофу, оно вот такой вот консистенции, смотрите, мягкой. Оп, чуть не уронила, сейчас бы уронила, смотрите. Вот, видите, нажимаю, оно такое, знаете, как, я не знаю, не желе. Такое вот какое-то воздушное и мягкое. Так что я положу себе тофу. Так, как бы мне поудобнее, как-то палочки, вон, видите? Угу. Положу себе тофу, наверное, кусочка 3 достаточно. Вы знаете, я ем очень мало, очень мало. Я смотрю некоторые видео, которые делают, я в основном смотрю русскоговорящих девочек, да, которые делают мукбанки. Но это же уму непостижимо. Товарищи дорогие, сколько они поедают, в каких количествах и как быстро. Такое чувство, что они просто закладывают и потом заглатывают и сразу тянутся за другим кусочком. И вот так вот это все и так быстро. За 5 минут они съедают вот такую вот гору, вот такую гору еды. Но вы меня простите, как можно в таких количествах есть? Если они, конечно, хотят заработать деньги на просмотре таких видео, потому что большинство, наверное, людей в шоке от количества поеденного. Но вы знаете, в конце, как говорится, пути, в конце дороги никакие деньги этого не стоят. Это же здоровье, это ваш желудок, это вы. Вы представляете, желудок,
как маленький мешочек, пакетик. Вот у каждого желудок размером как его кулак. Вот у меня вот такой вот, вот такой вот, вот видите? И он имеет свойство, всем известно, всем не секрет, желудок растягивается. Чем больше мы потребляем еды, тем больше он растягивается, тем чаще и больше нервные окончания кричат хозяину этого растянутого желудка: дай еды, наполни меня. И он превращается в монстра, который вами просто управляет, вас контролирует, не вы контролируете, а он контролирует ваш мозг и ваше тело. Ну и, конечно же, вы поправляетесь. Как можно вот такое количество съесть? Это же какой желудок, в каком направлении он должен быть растянутый, чтобы поместить вот такое вот с горой, вот такое вот количество еды? Мне это неизвестно, поэтому я вам показываю, сколько кушаю я. Если вы хотите быть стройной и красивой, такой, как я, вот, пожалуйста, вам пример. Я вам покажу, как и сколько я кушаю. Значит, начнем вот с этих вот суши. Смотрите, у нас какие. Видите, красивые какие. Ямс-ямс, да? Это у нас сырая рыбка. Мне сказали, прекращай говорить в уменьшительно ласкательных наклонениях. А мне так нравится. Это мой канал. Как хочу, так и называю вещи своими именами. Значит, это у нас, давайте я вам расскажу, почитаю. Это у нас называется Rainbow Roll. То есть называется, Rainbow Skinny роллы, сырые. Rainbow это Rainbow, как по-русски говорится, когда после дождика выходит такое красивое на небе. О боже, вы представляете, что со мной творится? Rainbow, ну вы меня поняли, да? После дождика такое красивое, где 7 полосочек. Боже, после дождя. Вот так вот все. Это от того, что я по-русски говорю только с вами. А в большинстве-то случаев я только по-английски. И поэтому я должна с вами общаться чаще. Помогайте мне не забывать русский язык. Ну, вы все поняли, да, что я имею в виду? Вот, посмотрите, и здесь нету риса, поэтому они называются скини. Скини – это худые, тоненькие. И у нас там рыбка, значит, два вида рыбы. Одна тюна, другая салмон, сырые. И у нас там авокадо. Вот, пожалуйста. И вот такая вот просто, такие тоненькие-тоненькие какие-то полосочки. Но это не рис. Так, давайте откроем. Ча-ча-ча. Так, здесь у нас всегда прилагается в пакетике джинджер. Потом у нас идет васаби. Васаби. И потом у нас идет соевый соус. Угу. Так, ну и я тоже возьму, наверное, 3, знаете. Но не съем я больше, не съем. И вот они такие красивенькие. Опа, как бы мне это все сейчас рассоединить и не свалить. Так, так. Я небольшой мастер, так что извините, если меня сейчас смотрят знатоки поедания суши. И как вы их там берете палочками. Строго не судите. Я любительница и начала проявлять интерес к суши, вы знаете, совершенно недавно, благодаря моим подружкам. Да. Так. Еще один. Нет, наверное, 2, потому что у меня еще там упаковка целая. Так. А это у нас, давайте посмотрим, что это у нас. Вот такие вот уже, видите, с рисом. Там у нас сырой салмон. Это Калифорния Роллс. Калифорния Роллс. Значит, сырой салмон, чиз Калифорния и, по-моему, огурчик. Да, огурчик. И вот в таком вот рисе с sesame seeds, да? С семечками, сесами. Так, давайте откроем. Какая упаковка шумная.
Here we go. Так. Ну, такие вот они, да, красивенькие, красивенькие. То же самое у нас здесь васаби, джинджер и соевый соус. Так. Так, так, так. Возьму себе два кусочка. Вкусненько так пахнет. Так. Ну и вот это будет мой ланч. Вы знаете, я никогда в жизни вот это вот все не осилю. Не осилю. Кому-то покажется это очень, наверное, мало. Но, тем не менее, чем меньше вы кушаете, тем меньше у вас желудок. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот ровно такое количество как раз может поместиться в мой желудок. Размером с кулачок. И я это знаю, что вот это вот моя порция. Я просто знаю. Опа. Ой, ой, ой. Так. Ну и что? Конечно, нужно по правилам взять отдельную мисочку и туда налить соевый соус и потом макать это все. Но так как я кушаю в домашней обстановке, никто меня не видит, кроме вас. Но вы же никому не расскажете. Я покажу вам, как люблю кушать суши я. Берем. Открываем соевый соус, если я его, конечно, открою. Открою. Так, что я делаю? Что я делаю? Догадайтесь. Я просто поливаю соевый соус вот так вот, видите, на суши. Это ужасно? Мне говорили, что это ужасно. Но, тем не менее, вот так вот я кушаю. Я люблю джинджер. Между прочим, джинджер, да, это имбирь. Имбирь всем советую. Очень-очень полезно. Очень полезно. Так, имбирь. Так, так, так. Вот он такой вот у нас, видите? Беленький. Я где-то видела видео, очень многие в России едят имбирь, и он такой, знаете, розового цвета, с какой-то подкраской, наверное, да? Не знаю, у нас вот все, что я вижу, у нас вот такой вот имбирь, вот такой вот беленький, а-ля натуральненький. Я его кладу сверху на каждую суши, на каждую. Так, 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 так. Так. Сейчас я открою васаби. Оно очень острое. Оно. Опять. Это васаби. Васаби какого рода? Не знаю. Никак не открыть. Все. Никак не открыть. Никак не открыть. Открыла. Так, оно очень острое, поэтому я буквально вот так вот, знаете, по маленькой капельке на каждой суши. Вот так вот, бац, и все. И вуаля, и вуаля. Так, ну что? Палочка моя просто вообще на 5 баллов. Я ее обожаю, палочки мои. Видите, это мне в японском ресторане, когда я была, сделали вот такие вот палочки. Вот такие вот, вот. Вот, все могут сделать, да? Я уже где-то видела видео, но кто еще не видел, вот, пожалуйста. Это все можно сделать в домашних условиях. Ну и что? Приятного аппетита мне. И вам. Начнем, наверное, с тофу. Тофу. Мне нравится, вы знаете. Я давала пробовать нескольким своим подружкам. Одной понравилось, а второй нет. Ну, опять-таки, видите, зависит от вкуса, правильно? Говорят, нельзя разговаривать, когда кушаешь. Мне так хочется. Вкусненько. Обязательно напишите мне, кто пробовал тофу. Если не пробовали, вот ради интереса попробуйте. Мне одна девочка хотела дать рецепт, как делать тофу самой. То есть идешь, покупаешь в магазин тофу, и потом его нужно положить под груз на ночь, чтобы жидкость стекла, и потом только брать его, резать и как-то готовить, чтобы он приобретал вкус. Я так поняла, что это такая субстанция безвкусная. Она без цвета, она обычно белая такая, чисто белая. Знаете, как сыр.
и без вкуса, без запаха. И потом, когда ты ее готовишь, ты добавляешь различные специи, ты добавляешь какие-то соусы, и тогда она приобретает вкус специфический. Мне нравится. Я вообще такая, знаете, всеядная. Я люблю все пробовать новое. Если что-то не нравится, не нравится. Но если что-то нравится, я верная этой еде. Цветочки. Боже, как они пахнут. Это на мой день рождения. У меня недавно был день рождения, кто не знает. Спасибо, спасибо. Кто забыл поздравить, я слышу ваше поздравление. Спасибо. Вы знаете, что я отмечаю свой день рождения целый месяц. Весь месяц я отмечаю свой день рождения. А там раз, не успеешь глазом моргнуть, вот так вот. И уже весна. Вот так. Так, ну что? Суши. Тут скини ролл попробуем. Попробуем. Давайте. Очень вкусно. То, что доктор прописал. Всем рекомендую. Скини. Рейнбо ролл. Радуга. Вот, я же мучилась. Я все эти минуты, что с вами разговаривала, мучилась. Вот здесь вот помню, а там вот не помню. Но здесь мозговую извилину напрягла и вспомнила. Да. Радуга. Это худая радуга называется ролл. А это у нас Калифорния ролл. Сейчас вам скажу свое мнение. Калифорния за счет риса и, наверное, за счет Да, Калифорния чиз, да. Чувствуется он такой, знаете, более такой насыщенный, плотный и такой, знаете, как будто жирненький такой. А вот этот вот действительно даже по вкусу скини худой, худой. Вот этот ролик худой, вот такая вот оболочка вообще такая прозрачная, непонятно из чего она сделанная, да? Хочу вам показать. О, вот так вот хорошо свет пошел, хорошо пошел. Вот, смотрите, да? Там огурчик, оказывается, там авокадо и вот два вида рыбки. И вот этот мне больше нравится. Он такой вот именно мне подходит хорошо. Очень вкусно, очень супер. Вы все знаете, да, откуда суши пришли? Суши с Японии у нас. Японцы у нас первооткрыватели суши. Да. Я, например, знаю очень много людей, которые не едят суши, не любят суши. Вот мне интересно, какое ваше мнение? Вот вы сегодня, если видите меня и слышите, напишите мне так интересно, кто любит суши, кто не любит. Если вы любите, какие суши вы любите? Потому что я открыта очень, открыта на это дело. Я хочу экспериментировать, я хочу пробовать и смотреть, какие вкуснее, какие нет. Вот именно то, что надо. И то количество, которое мне необходимо. Все.
Больше бы я бы не съела. Никогда. Уже знаете, когда передоз пойдет, когда у тебя тут еда уже здесь стоит, уже такое отвращение, ты думаешь, боже, теперь я целый год не буду это есть. До такого состояния никогда нельзя себя доводить. Помните, как сказал великий человек, из-за стола нужно выходить немножечко голодным. Поэтому все. Было очень душевно. Было очень вкусно. Сейчас пойду себе сделаю зеленого чая с фиником. Вы все помните, да? Я люблю вместо конфет есть сухие финики или дейтсы. Сухие сухофрукты. Обожаю. Так вот, кружечка зеленого чая и несколько кусочков сухофруктов. Вот так вот. И вам советую. На этом я вам говорю спасибо, что вы сегодня откушали со мною. Надеюсь, вам было очень интересно и вкусно. Кто только зашел на мой канал, всех приветствую. Не забывайте подписаться, кликните колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее очень интересное видео. На этом я не прощаюсь с вами, а говорю до скорых следующих видео. И это была, как всегда, ваша Кэт из городка Вискосвилл. Ча-ча-ча! Ча-ча-ча, я сегодня в настроении на суши. Посмотрите, посмотрите, как у нас тут вкусненько и веселенько. Ча-ча-ча! О-о-о, это что такое? Пайнэпл. Зарядкой занимается. Что это он еще там делает? Ай-яй. А вот еще кто прибежал к нам на огонек. Смотрите, как у нас сегодня здесь весело. Все хотят суши. А вы любите суши? О, и толстенькое яблочко. Ой-ой, с червяком, с червяком. Ай-яй-яй. Уфу, яки. О, а это у нас брокколина. Брокколи. Тебя мы тоже не хотим. Так что не танцуй тут, не старайся. Ой, боже, какие тут кардебалеты. А вас никто не звал. Смотрите. Ой-ой. Ну ладно, так уж и быть. И вас угостим. Вот и авокадо нарисовалось. Авокадо я люблю. Между прочим, эти суши с авокадо. Да-да-да, мы тебя сейчас съедим. А это вот то, что со мной будет, если я все это съем одна. Чебурашка-пухлик. Ля-ля-ля, ча-ча-ча. Смотрите, вот так вот, если будете много кушать, вот такими вот и станете. Поэтому мы все есть не будем.